Всем привет, друзья, с вами Маркович, и мы продолжаем играть в Remworld Alpha 16. Ну и мы, собственно, по старой доброй традиции, опять же, да, как я уже говорил, начинаем с небольших таких нападений. Сейчас это бешеное животное. Давайте смотреть, кто там к нам прибежал. О, боже мой, шиншилка, серьезно. Я думал, будет что-то нечто посерьезнее, хотя куда может быть серьезнее, нежели шиншилла, да? Ладно, куда там, подруга, нам скачешь сюда. Так, у них там сейчас вечеринка проходит, блин. Вечеринка. Лин спит. Вот, давай, самая Лин, раз ты не на вечеринке, иди сюда. Встреть шиншилку эту бешеную. Так, кто там еще не на вечеринке? Казука. Что-то у тебя стресс какой-то, да? Так, Анарда у нас не дальник, нифига. Ну, Дурмин тут общается. Дурмин. Ладно, Казука, извини, конечно, но это... Потом поспишь, короче, потом. Будет у тебя время. Встретишь шиншилку, сразу это... У кого там голод? Чего? Дурачок, что ли? Вон, где ешь, там еды до хрена. Еды до хренища. Так, шиншилка. Шиншилка, давай, беги к нам. Сразу прям быстренько. Тык-дык. О, прибежала умничка. Так, заняли позиции? Заняли, давайте. Ну, все что ли? Все, готово. Ну, свободно, молодцы. Справились. И немножко поклоцали свои мешочки. Ну, почините. Почините, ничегошеньки страшного, да? Так, тут тоже заделайте. Собственно, что? Будем продолжать здесь строительство нашей защиты. Камни вроде даже более-менее есть. Можно даже будет, может быть, закончить уже в конце-то концов, да? Ну, или хотя бы ловушки начать расставлять. Так, здесь, конечно, у нас очень толстенный слой стены получается. Прям вообще жуть какая-то. Надо было начинать откуда-то отсюда их. Ну, ладно. Фиг ты с ним, в общем-то. Пускай будет. Пускай будет такой. Так, известняк. Известняк. Давайте еще один слой здесь. Кослушка у нас будет идти до сюда. Здесь у нас ничего не будет. Здесь они смогут дотянуться вот до этих двух отсюда. Да? До этих двух легко смогут дотянуться, в принципе. Поэтому дверь можем ставить сюда изначально. Ой, даже сюда. От этих двух они дотянутся сюда. Хотя надо, чтобы они еще дотягивались до этой. Тогда ставим дверь сюда, дотягиваются до этих. Так. Ну и здесь тоже дверь, короче, поставим, да и все, не будем париться. Нам главное, чтобы они дотягивались до этих. Все, погнали. Погнали, потом будем строить. Так, вечеринка закончилась, отлично. Теперь у всех, кто побывал на вечеринке, мне кажется, должно быть отличное настроение. Правда же ведь? Правда же ведь? Я думаю, что да. Так, ну, кстати говоря, скоро уже можно будет собирать урожай хмеля. Урожай хмеля, блин, надо реально пивнушку делать скорее. Надо скорее делать пивнушку. Налет, да ладно, прям так сразу, неужели? Вот это да. Противник нападает немедленно. Пираты, окей. Угу. Все ближники, что ли? Ближник. Дубина, копье, да? Ближний товарищ, что называется. Так, ладно, ограничением туда... А, ну так... Конечно же, я же забыл вам поставить, да, как всегда. Снять, вернее, ограничение. Так, у тебя убираем пока сон. Ты нас пока вроде дури не маешься, да, собственно, пока и нечем маяться. Так, в область 1 все. Давайте, товарищи, пока сейчас будут думать. Они пойдут здесь, естественно. И одни ближнички, да? Ну, давайте, собираемся тогда. Собираемся в круг, что называется. Встаем сюда, занимаем позиции согласно купленным билетам. Так. Все пришли. Лин, давай, как всегда, центровая у нас. Бля, опять дерево дурацкое. Слушайте, фу. Потом спилить обязательно. Лин, иди сюда. Так, Янг, вставай сюда. Дурнин, давай сюда. Так, Казука, иди сюда. Кто у нас там меньше раненый? Вицента, пока иди сюда, тогда значит, да. И Нарда, иди сюда. Вы пока постойте здесь на всякий пожарный. Постойте здесь, все. А вы, что будете сразу вбрасываться на них. Ну, и вы тоже будете вбрасываться, конечно, куда. Что там поделаешь? Что уж там поделать, да? Придется, но тем не менее. Пока постойте там. Как Оскар говорит, со здоровьем там. Нормально, в принципе, да? В принципе, все нормально. Залечь. Главное, что залечено. У тебя вообще синяки, фигня полная. Так что, я думаю, будет нормально. Так, давайте, господа, идите к нам. Побыстрее, чуть-чуть. Надо же, даже ничего не стали ломать. Вау, какая неожиданность. Так, по одному сначала фокусим, вот по этому товарищу. Давай, сейчас он выходит. И все херачим... Не-не-не, по этому чуваку. Вот по нему. Да не надо по мешкам-то бить. Вот по нему, пожалуйста. Давайте. Заряжаем, стреляем. Тыр-тыр-тыр, давайте еще раз. Так, я понял, Вицента, помогай. Не вывозит, да, что называется. Оп. Давайте, оп. Ну... Так, стоп, все отвлеклись на этих чувачков. Нардочка, давай выбегай. Нарда, задерживай его, короче, тоже. Так, ты с этим, ты тоже с этим. Давайте, ближний бой, быренько.
Быренько, 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 чтобы на всех хватило. Так, 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 так. Разбираем, разбираем, разбираем. Все, отлично. Так, игл, отходи. Игл, отходи. А, ну все, в принципе, разобрались. В принципе, разобрались, да, что называется. Окей, так. Кто выжил? Есть же выживший, правильно? Да. Геральт у нас. Геральт из Ривии, что ли, который. Неужто это ты? Так, мертв, мертв. Скорее жив, чем мертв, да? Скорее мертв, чем жив. Все, ты уходишь, я понял. Так, что-то у нас такое за Геральт. Стрельба хорошая. Так, зависть. Ленность, нудист. Красота просто. Ну ладно, зато стрельба нормальная, ближний бой нормальный, поэтому давайте. Нарда, ты как себя чувствуешь? Здоровье. Так, кто у нас тут это самое? Янг, ты что там хаваешь? Понятненько. Казука, захвати, пожалуйста. Захвати товарища этого. Так. 5 часов безымянный палец. Дыхай с безымянным пальцем. Сразу захвати. И, собственно, сразу там примотай его. Не бегать за травами даже сейчас. Сейчас мы тебе поможем в этом плане. Чпок, стоп. Так, узник. 99% вербовать. Без трав пока что. Давай, Казука. Окажи помощь. Давай, чпонька. Пошла, родимая. О-о-о. Челюсть раздроблена, ну ничего страшного, челюсть мы вставим. Челюсть-то мы уж вставим. Кстати говоря, давайте прям сразу, наверное, это и сделаем. Потому что, чтобы у него хотя бы была речь нормальная, он мог есть. Так, все, молодцом, замотало. Отличненько. Так, дружище, тебе мы сразу делаем что? Мы тебе делаем операции. Так, зубной протез, челюсть. Для операции требуются лекарственные травы или лучше от текущего уровня... Снабжение Геральт, врачебный уход. Нормально все, нормально. Мы сейчас все это сделаем. Давай, нормальные медикаменты тебе дадим. Операция у тебя будет сейчас, да? Отлично. И кто тебя будет оперировать? Вицента, собственно, тебя будет оперировать, которая сейчас сама находится на реабилитации, что называется, да? А, нет, не Вицента, подожди, Казука, Казука. Казука. Так, у тебя что, у тебя потребность в еде? А давай, значит, что сейчас про... Нет, ладно, иди поешь. Иди поешь. Потом прооперируем человечка. Потом прооперируем человечка. Стоп, отдыхаешь, подожди пока. Давай. Нарда, не-не-не-не, Нарда, аборт мишен. Казука, давай оперировать. Оперировать, все. Нардочка, давай занимайся чем-нибудь другим. Чем-нибудь другим. Казука. Угу. Молодцом. Все, делаем, да, операцию. Сейчас посмотрим, удачно или нет. Удачно или нет. Угу. Чего? А как ты... как ты могла такого изрезать? Скажи мне, пожалуйста, на милость. Правая рука, причем здесь вообще не понимаю. Ладно, так, стоп, обратно без медикаментов, лечи его. Давай, лечи. Оказывай помощь, не надо медикаментов никакие, просто залатай. Просто залечи раны его. Так. Так. Так сказать, немножко поиздеваюсь над человечком, да? Скармливаю вкусное блюдо. А как... Как интересно, по-твоему, будет сейчас есть? Давай-ка дубль 2 попробуем еще. Может быть, у тебя все-таки получится. Какой, кстати, у тебя шанс успеха операции? Шанс успеха хирургии. Слушай, 93%. Ты серьезно, челюсть не смогла ставить. Ну ты, блин, даешь. Давай еще раз попробуем. Так. Медикаменты. Медикаменты. Операции, установить зубной протез. Давай, дубль 2, пробуем. У тебя есть освещение. Кровать, правда, плохая, но тем не менее, есть освещение, есть все дела. Давай, оперируй, Казука. Давай, оперировать человечка. Все-таки без челюсти это будет как-то не очень, мне кажется, по отношению к нему. Получил пищевод, нормально покормили. Давай, Казука, я в тебя верю. Я в тебя верю, прости, что давай. Ты серьезно, ты не смогла ставить... Челюсть, Казука, какого хера? 93% шанс успеха, хорошие медикаменты. И убила человека в итоге. Ну ты, блин, горелый даешь. Ладно, ладно, ничего страшного. Значит, он и не был нашим, что называется, да? Значит, он не был нашим, значит, он не был... О, ни хера себе, 380 серебра, окей. Так, торговец экзотикой, отлично, мы тебя ждали, дружище, проходи к нам. Ограничений у всех нет, ограничений теперь больше. Там кто лечится, кто чем занят, давайте выздоравливайте. Что-то здесь кровью дофига, Нарда, ты как? Угу. Тебя, блин, никто не залечил, да? Торс, так, у тебя все будет хорошо. Казука, иди окажи помощь, блин. Что за херня? Почему наш поселение до сих пор не это самое, не залеченный? Так дело не пойдет. С кровотечением тем больше. Какую-нибудь заразу подхватит, нам этого не надо. Нам этого у тебя счастья совсем не надо. Все?
Отлично. Отлично. Другое дело. Так, торговец, где-то там есть. О, уже зашли к нам даже, молодцы. Так. Вицента, извини, конечно, что у тебя немножко сейчас. Да, в принципе, не синяки. Сильная боль, да. Так, давай. Торгуй с этими товарищами. Слоники, ничего себе. Две, ну, блин, такое себе. Что-то мало как серебра нам принесли, ребятки. Как-то мало нам, ребятки, серебра принесли. Ладно. Так, слоны нам, ну, как бы, может, конечно, было бы, но нет. Так, компоненты, ничего у вас этого нет. Нитрамин есть. А, нет, компоненты у вас есть, да? Сколько, 16 штук? Забираем все. Забираем все. Психин, бодрин. Трин-тын-тын. Так, вот вам можно нефрит сбагрить так-то вообще-то, да? Это будут все ваши деньги. Давай, ладно, нефритом сбагрим. 195. Так, пласталь. У нас 418 пласталь, нихера себе. Нихера ж себе. Однако, так, госсок забирайте, вот что. Так, ядро вы продаете за 5000, да? За 5000 ядро. Ну, кстати, ядро нам пригодится. Блин, не знаю, покупать сейчас, не покупать. Вот, мы лучше у вас вот что купим. Бионические ноги, бионические руки. Это нам точно пригодится, будем пересаживать своим товарищам потом. А глаз у вас нет, к сожалению, да? Эх, печаль, беда, печаль, беда. Так, бивни слоновные, слоновые бивни забирайте. Так, 8 штучек тут. Тут у нас есть 2. Так, это больше, чем надо, да? Ну, ничего, сейчас мы у вас бионику какую-нибудь купим. Так, штанишки поношенные какие-то забирайте, тунику забирайте. Так, обойскую шляпу не забирайте, золото у нас пока останется. Так, бионика, да? Бионика, давайте нам бионическую руку. У вас две их даже. Так, бионическая нога, две штуки, да? Слушайте, блин, это, конечно, заманчиво. Но что бы мне вам тогда продать? Что бы мне вам тогда продать? Блюда не хочу продавать. Коров тоже не буду продавать. А, ну подожди, у нас же клинки есть. Если мы все 4 клинка вам отдаем, 6 тысяч получается, да, вы нам должны. У вас только денег нету. Хорошо, вот тогда, собственно, мы у вас забираем бионическую ногу еще. И еще, допустим, руку. И все равно вы немножко денег нам должны будете, да. Ну давайте тогда всю бионику у вас купим. 633 нам отдаете. Так, может быть, что-нибудь еще вам сбагрить. Так, нефрит продали, госок продали. Пенициллин нам самим надо, если что, да? Так, ну вроде пока все. Вроде бы пока все. Ну что ж, неплохо, зато бионикой затарились. Зато затарились бионикой, что весьма тоже не кисло. Там как раз таки, по-моему, нам требовалось кому-то и ноги, кому-то и руки, может быть, посмотрим. Сбагрили, главное, что мы бивни все и клинки жнеца. Отлично. Все, да, замечательно, давайте. Хрякс. Так, сразу, ребят, переносите бионику всю. Перенести рука. Невозможно переносить. Перенести нога. Все. Бионику в первую очередь переносим. Так, а кто еще один? Вот, Лин идет, все отлично. Бионику всю перенесли на склад, да? Затмение. Окей, нам, в принципе, все равно на это дело. Нам на это дело, в принципе, все равно. Так, что у тебя тут по заданиям? Штаны по-прежнему не сделаны. Почему? Какой нафиг дурнин? Почему ты стал делать вообще это дело? Отмена. Задание сделать штаны. Так, у нас ремесленник нифига не дурнин. Дурнин, ты же у нас этот... А, нет, стоп, ты как раз кипортной. А что ты не делаешь тогда? Почему я тебе это дело отменил все? У тебя же ткань есть. Несет блок известняка. На постройку стены, серьезно. По-моему, аккумулятор чините. Так, дурнин, подожди, стой, мне это не нравится. Строитель тогда вот так вот. Иди лучше занимайся своими портными делами. Ну, тут уж ладно, достроишь сейчас. А потом занимайся. Так. Делай штаны. Вот это верное решение. Это решение верно. Тут кто-нибудь за тебя доделает обязательно. Не переживай. Не переживай, как говорится. Так, дело тут будут дверки еще раз располагаться. Значит, смотрите, у нас что тут получается. Известняк, да? Вот тут идет по-любому две колонны. Тут дверь. Тут они дотягиваются до этих. Тут минус получается, да? Тут дверь, чтобы дотянуться вот до этих трех. Хорошо, дверь. Так, до этих трех дотягивается, да? Так. Тут, в принципе, нам дверь не нужна, и вот здесь дверь нужна нам будет, да, получается, чтобы дотянуться до этих трех. Да, как-то так. Здесь, собственно, то же самое примерно получается, да, до этих трех дотягивается дверь отсюда. Дальше здесь дверь дотягивается до этих трех. До этих трех, да. Так. Здесь, ну да, как-то так. Раз, два, дверь до этих трех.
до этих трех и до этих трех, да. Как-то так. Как-то так, короче говоря, мы будем делать. Угу. Ну да, примерненько, примерненько. Так, где-то трех дотягиваемся. Здесь тоже надо на самом деле смотреть. Смотреть, как у нас будет идти. Может быть, здесь зря мы поставили. Может быть, здесь мы зря тоже поставили. Так, тут у нас по-любому колонна идет. По-любому тут пока это разберем. Давайте разобрать. Все, как-то так пока делайте. Потом доделаем еще. Додумаем, что называется. До хорошего состояния. Так, здесь трупики убирайте, всех раздевайте, все переносите, пожалуйста. Господа хорошие, блин, еды у вас, конечно, просто жесть. Еды у вас просто жесть. Хорошо, хоть медикаменты переложили. Хорошо, хоть медикаменты переложили, уже неплохо, да? Так, а есть у вас шикарные блюда-то, нет? Вкусное, вкусное, что шикарное не делаем. Шикарные детали. Так, ингредиенты, ингредиенты, ну и чего? И чего? Давайте, делайте. У вас же все есть для этого. У вас же все, блин, для... А, или подождите, у нас настолько хорошего этого нету, кулинара. Повар 7. Да, там десятка же нужна, да? Повар 8. Да, пока еще не росли. Ну ладно, делайте вкусные блюда тогда. Делайте вкусные, потом переделаем. Так, тут тоже минус. Да хватит всем ломаться, боже мой. Кондиционер поломан, поломан аккумулятор. Боже мой, что же творится такое? Что же это такое творится? Так, торговый караван уходит. Спасибо, до свидания. Спасибо, что принесли нам бионики немножечко. Мы будем вам весьма благодарны. Там, кстати, у нас кто-то вообще без рук был, даже. У нас был кто-то без рук, кто-то без ног. Или что-то такое. Ну, короче, что-то такое было. Это я прям помню. Так, я их хоть вербую, нет? А то надо это дело проверять вечно. Вечно я забываю. Так, Нардо, спишь? Нардо, спишь? Раздень, пожалуйста, человечка. Раздень, пожалуйста. И... О, у него щит был, отлично. Перенеси, пожалуйста, будь любезным. Спасибо большое. Я, конечно, понимаю, что сейчас настроение резко упадет от такого-то увиденного, да, но тем не менее. Блин, может здесь делать как-нибудь, не знаю, поровнее стену, что ли, хотя бы эти сосочки убрать, что называется. Хотя, с другой стороны, ладно, пускай будет так, как есть. Пускай будет так, как есть. Помещение там просто огромнейшее. Просто-напросто огромнейшее помещение, поэтому ладненько. Ну, Нардочка тоже ухаживает, молодец. Умничка, умничка, что тут сказать, да? На все руки. На все руки мастерица. Так, кстати говоря, если кто-то к нам присоединится, да, вдруг такое сейчас произойдет, то нам надо здесь доделать вот это вот. Все вот это вот дело надо делать тогда, срочно ставить комнаты, потому что жить будет негде, немножечко, чуть-чуть. Давайте там долбите, чините, все делайте и так далее. Так, вот эту хрень сюда уберите, пожалуйста. Перенесите, тут она не должна лежать. Так. Так, железо только скопилось, конечно, жесть. Жесть, жесть, жесть. Электроплавка у нас пока только еще исследуется, окей. Окей, исследуйте, что еще вам скажу. Что я вам еще скажу? Блин, столько ткани у вас лежит, тут портится, столько всего портится, жесть, а вы даже не собираете. Мне кажется, Нарды просто-напросто не успеть за всем, да? Так, Нарды, знаешь что, пока тоже не строй ничего. Не строй ничего. Давай таскай только. Только лишь таскай. Строители, в принципе, и так есть, если что, кто-нибудь справится. Давай, Нарды, переносим. Ладно, раз уж ты решила пока это сделать. Щит у тебя какой-то херовый, я скажу. О, тут щиты же есть нормальные, да? Или уже нет? Не, блин, уже нет, уже все испоганилось. Уже все испоганилось. Так. Трупики решила переносить. А, шиншилку. Шиншилка дело хорошее, это мяско. Это мяско. Так, Нардо, стой, 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 стой. Перенесились, пожалуйста, спасибо. Хоть дверь закроется. А то, блин, оставили открыто, как лифтик, как будто родились. Так, пошла спать, я тебя понимаю. Я тебя понимаю. Мне кажется, на самом деле, настало время вам сделать график, чтобы вы все-таки как-то работали более-менее адекватно, да? Давайте посмотрим. Ограничения. Так, кроме вид-центра, потому что вид-центр у нас там сова, короче. Ну, может, конечно, просто все передвинуть будет, но ладно. Так, сейчас вам сделаю, попробую графичек. Работа. Так, работа, работа. У бегемота. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Как-то так, наверное, попробую сейчас пока сделать. Он, давайте здесь все вот так, вот так, вот так, вот так. Все, окей, погнали. Погнали, ребятушки. Будем так работать, как нормальные люди, что называется, по 10 часов до сутки. Потом дальше откисайте, отдыхайте, все, что хотите, все делайте. Так, тут щит заберите, пожалуйста. Там везде все щиты заберите, окей. Попереносите все это дело. Все это дело попереносить. А, блин, слушайте, я все время забываю, что здесь тоже склады сделал. Все время забываю, что здесь тоже у нас склады теперь. Это хорошо. Это хорошо, что здесь тоже у тебя есть склады. Так, игл у нас камнетес, молодец, камни добывает нам. Так,
Дурнин делает нам шмоточки, тоже хорошо. Все, все поперли спать теперь срочно быстро, да? Я думаю, что да. Так, туда делали, доделали, тут строят, строят. Молодцы, они, конечно. Это жесткая стена какая-то, на самом деле. Прям вообще жесточайшая. Можно целую комнату, реально, не знаю, для чего-нибудь сделать. Для хранения каких-нибудь штук. Ох, ладно. Сделали, так сделали, что называется. На века, да? Хрен кто прорубится. Хрен кто прорубится к нам. Так. Окей, все, теперь у всех тихий час. Кроме Вицента. Вицент у нас ночной человек. Сова, да? Поэтому дело такое. Так. Давайте сразу начнем здесь строить, что ли, тоже. Собственно, из мрамора, наверное, тогда. Проекты, постройка, стена из мрамора. Давайте. Чпоньк. И прям сразу три комнатки и строим. Сразу три комнатки и строим. Надеюсь, хватит. Здесь хватит мрамора. Давайте построим, посмотрим. Чпоньк, чпоньк, чпоньк. Вот так застройте, пожалуйста. Будьте любезны. Так, а здесь пол отшлифуем. Тоже, наверное, здесь сделаем нормальную керамиковую плитку положим. Здесь шлифованный пол тоже сделаем. Давайте. Так, покрытие, покрытие, покрытие. Выровнять пол. Где можно выровнять, пожалуйста? Выровняйте, пожалуйста, где можете пол. Здесь выровняйте тоже. Так, чтобы красивенько было, да? Красивенько и хорошо. Так, здесь везде выровнен. Вроде да. Вроде да. Ага, вот здесь нет. Я понял. Закрался, кстати. Огреха небольшая, да? Все, тут потом положим паркет, естественно, везде, где надо. Так, тут пол выравниваем. Тут, не знаю даже, что будет. Один квадратик, блин, остался. Ну, какой-нибудь камень туда положим. Чтобы уж совсем не выделялся этот паркет у нас. Чтобы уж совсем этот паркет не выделялся. Так, окей. Все, ребятки, за работу. Давайте делаем новый блочек жилой небольшой из трех комнаток. Из трех комнатушек делаем блочек небольшой, да, жилой. Окей. Тут, в принципе, у вас проходы, если что, везде есть. Если надобно будет. Если будет надобно. Так, тут пол обязательно сделаем, чтобы у вас тут скорость движения тоже была хорошая. А то вы так и будете здесь обходить. Непонятно, какими кругами. Так, без крыс. Окей, крыса, я тебя понял. Ну, типа такое. Стрёмная, страшная крыска, да? Так, ты у нас с чем? С булавой? Не знаю даже. Мне даже реально крыса сейчас еще подцапает тебя. Ладно, дружище, ты где? А, ты уже убежал обратно. Янг убегает? Куда? Чего? Ты что, дурачок? Ладно, Лин, слушай, иди сюда, пожалуйста. Что ты делаешь? Сажает клубника? Иди сюда, пожалуйста. Там где-то крыса? А, вон она бежит уже. Вон она же к нам бежит. Так. Давай, херач по ней. Херач по ней, пожалуйста. А, их две, что ли? Да ладно, ни хера ж себе. Одна готова. Так. Иди сюда дальше. Иди дальше сюда. Типа ты ломаешь там дверь или что? Я понять не могу. Все. Все. Забираем. Свободно. Крысиной мяском. Так, игл. Что тут еду разбросали от страха? А, подожди, еще одна бешеная крыса. Реально, еще одна бешеная крыса. Жесть. Так, игл, да наваляй ты ей. Наваляй ты ей. Все. И всего делов. Все, свободен. А ты, как говорится, боялась, да? Ой, жесть какая. Так, сейчас щиты пропадут. Ну ладно, хрен с ними. Хрен ты с ними, что называется. Нужно лечение кому? Казука? Серьезно? Казука, ептыть, моптись. Как так получилось, что здесь крыска? Ты можешь ей наподдавать? Ближний бой давай хотя бы, что ли, не знаю. Казука. Стреляй, крыса, давай. Все. Умничка, справилась. Нихера тебя покусала. Иди теперь лечись. Иди лечись теперь быстро. Вообще срочно. Жесть. Огребла от крысы просто-напросто. Так, а ты что до сих пор валяешься здесь? Левый глаз. А, да ладно, ты тоже крыса цапнул, что ли? Нихера себе крыса. Нихера себе крыса, однако. Так, все, лечитесь. Сейчас кто-нибудь нардо вон залечит вас. Давайте. Одного и вторую. Так, оказывается, что-то соскочило непонятно. Нарда, нарда. Это вкусное блюдо, подожди. Окажи помощь сначала нашему товарищу. А потом же все остальное. Так, у нас что-то это самое, травы нет нифига лечебной, да? Во, ща будет. Наверное. Ну, я надеюсь, что да. Я надеюсь, что обязательно будет. Так, ну что, давайте здесь строить, здесь все делайте, как бы тоже. Я, конечно, понимаю, что у вас работа до херища, там все надо делать, все успевать надо. Но, тем не менее. Тем не менее, так, тут, смотри, бобры уже до нас добрались, да?
Засранцы такие тут. Ни хера себе, все деревья покусали. Просто все деревья выбрили. Как будто бы и не было, да? Но вот к нам не смейте заходить, бобры. Если только зайдете, сразу вас буду стрелять, честно вам признаюсь. Сразу буду вас стрелять нахрен. Так, полностью здоров. Казука тоже там нормально все у тебя, да? Сейчас заживет все. Да, свадьба заживет. Окей. Хорошо. Что с технологиями? Блин, боже мой, осталось-то чуть-чуть совсем электроплавка. Ну, серьезно, давайте, ребят. Кто там, Казука у нас, да? Вроде как исследователь. Это наша работа. Да, Казука, давай, исследуй. Исследуй, дорогуша. Осталась совсем херня. И мы будем ставить сюда электроплавочку еще. Будем ставить сюда электроплавочку. Так. Строителей, видимо, все-таки не хватает, да, немножко пока что. Ну ладно, делайте свои дела лучше. Делайте свои дела, а это все постепенно. Все постепенно, все полигонечку, не спеша, что называется, да? Именно так. Тут тоже какую-то непонятную херню сделал. Хотел, видимо, дверь здесь поставить, потом передумал, да? А почему передумал, не знаю. Ну, потом поставлю все равно, наверное, двери. Либо сделаю отсюда какой-то выход уже такой. Пудык. Пудык. Что-нибудь придумаем, короче говоря. Что-нибудь обязательно придумаем. Без внимания, что называется, не останется. Тем более, у нас когда были двери здесь много, даже сюда, помню, не особо не ломился. Нервный срыв, уныние у Казука. Чего случилось, дорогуша? Что такое? Что там такое? Депрессивный, носит лохмотья. Серьезно? И все? У тебя настроение, тем более, отличное. Сон на холоде, сколько здесь градусов? 8? Серьезно? Так, я понял. Затопляем немножечко. Подтопим, так сказать, в помещеннице. Снаружи 15. Внутри 9. А, это из-за холодильника, я понял. Так, холодильник, давай, значит, короче, так бешено не топи. Давай на минус 3 тебя поставим. Будет тут нолик, и хорошо уже, как бы. Будет тут нолик, и хорошо уже, в принципе. Слушай, может, тебя вообще пока выключить? Давайте выключим его. О. Внутри 13, 12, 11. Ну да, теплоотдача нормально идет. Минус 1. Так. Заморожено, минус 1, 0. Не думаю, так нормально будет. Так, тут хотя бы 15 уже стало, уже неплохо. Да, от холодильника реально идет холод, поэтому даже не нужен там никакой кондиционер. Ну да, теперь в поликлинике в нашей, в больничке, окей. И буду иметь еду, что называется. Так, сделать штаны, задача завершена, отлично. Надеюсь, все надели штанишки новые. Или нет? Штаны, вот, нормальные. Так, у тебя тоже нормальные. У тебя какие-то херовые. У тебя такие себе. Ну, короче, думаю, вы переоденетесь в итоге все равно. Так или иначе, да? Так, нам нужны еще плащи, в принципе. Так, плащи, да, плащи у нас нету. Плащи у нас нету, они нам как раз таки нужны еще штуки 3, так как минимум. Так, ты теперь что делаешь, дурнин? Ты теперь делаешь рубашки. Ну ладно, рубашки делай. Рубашки делай. Потом плащиков еще, сколько, не знаю, штучек 5 сделаешь тоже. Было бы неплохо, что называется. Было бы неплохо. Только вот ткань кончилась, да, видимо? Ну как это кончилось? Вот ее 347, так никто не переносит ее, нифига. Казука больше не грустит. Отлично, молодец, Казука. Рада тебя. Так, знаешь, что нардо? Знаешь, что нардо? Ты у нас вообще, в принципе, что делаешь? Ты нас как бы переносишь, да? Но ты, мне кажется, еще и здесь что-нибудь переносишь, нет? Блин, жесть, какая стена. Я просто смотрю на нее и просто поражаюсь. Жуть какая-то. Ладно, ничего страшного. Так, работа строителем. Товарищи строители, так, ты фермер, фермери дальше, строитель, окей, так, young power, короче говоря, давайте вот так пока сделаю, вам троим верну, Казука, Нарда и Дурин, строительство, построим все это дело быстрее, все, что нам надо, потом дальше вернемся к своим обязанностям основным, что называется, кто там ремесленник, кто еще что делает, корова беременна, отлично, у нас уже большой коровничек, как получается, 2-4 молока, кстати говоря, заберите, пожалуйста. Если вдруг что, так эту хрень снесите отсюда. Здесь не нужна какая-то дурацкий столбик, где стоит. Совершенно ненужный. Так. Да, телятки-то наши подросли, кстати говоря. И, в принципе, им здесь и еды хватает, да, я так понимаю. Ну, судя по тому, что да, есть трава, есть, значит, хватает. Значит, хватает. Пока что. Смотря, конечно, сколько мы разведем их в итоге. Смотря, конечно, сколько их разведем. Ну, ладно, там уже дальше видно будет. Угу. Пошли все строить, отличненько, чинить, строить, правильно, правильно. Все правильно. Нарда. Ты у нас... Слушай, у тебя скилл нормальный, 7, что ты лажаешь?
Чего ты лажаешь? Корова беременна. Окей, я понял. Пошел период беременности наших коровок, видимо, да? Все, давайте, ребят, быстрее построим, быстрее будет лучше. Все, здесь тоже сделаем, и все будет шикарненько. Все будет просто шикардосненько. Так. У нас были металлы до хрена. Так, Казука, стопэ. Иди технологии изучай, честное слово. Технологии, потому что. Так. Все, Казука, отмена. Иди изучай. Социально расслабляется. Окей, я тебя понял. Сейчас время перерыва у вас, да? Время перерыва. Окей, хорошо. Хорошо, я вас понял. Так, социально расслабляется. И следует. Отлично, давай, сейчас уже чуть-чуть осталось, и буквально там вообще... Все, электроплавка у нас есть, отлично, открываем дальше, пивоварение, давайте теперь, наверное, исследуем все-таки, я так думаю. Так, больничная кровать тоже, ну ладно, пивоварение тут быстренько, в принципе, давайте тихонько вам исследуем. Все, хорошо, электроплавка появилась у нас теперь, да? В принципе, я думаю, даже сюда сейчас все поставлю, можно все в одном месте будет поставить, да, и как бы, ну, не делать какое-то еще отдельное помещение, тут, в принципе, хватает помещение для того, чтобы камни хранить и все остальное. Так, блоки из мрамора, понятное дело, начинается. Даже смотреть это не хочу. Так, во-первых, еще электрокузня у нас появилась. Электрокузня. Так, сюда как-нибудь его впиндюрим, давайте. Правильно ж? Я думаю, да. Давайте сюда электрокузню. Так, а электроплавильня у нас пойдет вот сюда. Только тогда провода, или может сюда поставить его тогда просто, да и все. Давайте сюда поставим, да, почему бы нет. Пускай это на ковре стоит. Так. Разное. Конечно, можно шкафчик для инструментов было бы еще сделать. Рядом с верстаками, да? Так, к одному верстаку могут быть одновременно привязаны не более двух шкафчиков. Шкафчики. Увеличивает скорость. Так. Не знаю, поставить, не поставить. Вот, сразу здесь посередке так поставить, короче говоря. Посередке поставить, чтобы он ко всем был привязан, да? Ладно, сейчас еще достроятся остальные и посмотрим. Может, реально посередине здесь поставим, просто он будет ко всем привязан. Будет зашибись. Будет тогда немножко скорость у них больше. Значит, конечно, можно креститься и поставить там все дела. Как здесь, допустим, сделали, да? А, кстати говоря, стоп. А, ну здесь не привязывается, естественно. Естественно, оптовый торговец к нам прилетел. Замечательно, Вицента, давай бегом. Бегом. Торгашу. Торгаш — это полезная штука. Так, свяжемся. Оптовые, так, терьерчики себе их оставь свои. Корова-бык. Бла-бла-бла, шоколад. Вкусное блюдо. Продавать пока его, конечно же, мы не станем. У тебя есть 4500, да? Блин, а что тебе впарить? Ну, что у нас много? Мясо, муфа, у нас до хрена. Так, во-первых, все хреновые вот эти вот шмотки забирай. Рис. Так, рис тут галимый тоже забери. И ягоды плохие забирай. Так, 610 всего лишь получается. Но зато мы хоть склад немножко освободим. Так, молоко, топливо, компоненты. Кстати, у тебя есть компоненты на продажу? Да, давай мы тебя все забираем. О, нихера себе так дешево. Забираем все. Так, забираем все компоненты, которые у тебя есть. Во, сейчас мы тебе ткань отдадим. Так, кожа. Свиная кожа, забирай. Так, 1700. А, шкура муфла, думаю, блин, ну, 800 штук, слушайте. Не знаю, такое двоякое ощущение. Ладно, пока оставим шкуру муфла, пускай у нас будет. Так, далее, что мы здесь можем продать? А, картофель. 300, 700 рис у нас есть, да, еще ягоды куча. Куча ягод. Молочко. Что еще можно сбагрить такого, не очень нужного? Так, медикаменты дорогие какие-то. Тысячи... Так, сталь, ладно, у нас пока есть сталь. Хмель. Блин, у нас уже хмель выращен, сейчас будет там гнить где-то, да? Ох, листья домолиста не надо, пиво не надо, сейчас будем сами пиво выращивать. Так, древесину оставим пока что. Вот, дедмен шмотки забираю все. И плохие поношенные вещи тоже забирай. Так, штанишки, естественно, оставляем. Это все оставляем. Так, это оставляем. Золото оставляем. 1854, да? Мало. Надо тебе еще что-то загнать. И я так думаю, на самом деле, тебе продам сейчас просто-напросто мясо муфла где-то 500. Во.
Так, 2800, уже нормально. Уже нормально. Так, минус 500 мяса, собственно, со склада. Так, картошку забери, короче говоря. Картошку забери. Кукурузу тоже забирай. Так, рис минус 350. Минус. Минус 350. Так, 4. Во, уже ладно, уже хорошо. Минус 350. Так. Сколько там у тебя еще остается? До хрена еще остается. Может, тебе все прям ягоды сбагрить. А, нет, не все. Обознался. Так, обознался. Минус. Да я под минус 300. Минус 300. Давай, 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 давай. Еще, 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 еще. Вот так вот, да? Отличненько. Мне кажется, так вообще замечательно. Так вообще просто шикарненько будет. Всю ткань тебе отдали, муфлы себе оставили, да. Хмель пока оставляем. Все, как-то так. Давай, дружище, серебришко нам. И компоненты, да? Болтых. Шпонь. Так, во, забираем, забираем, забираем. Компоненты, серебро, отличненько. Отличненько. Вицент, ты нас не переносишь, да? Не понял. Не тебя понял. Не смеешь, называется, беспокоить. Во, склад хоть очистился, елки-палки. Уже легче дышится как-то. Как-то легче дышится. Тем не менее, еды все равно дофига у нас. Еды все равно дофига. В любом случае. Так, все покушать сначала, естественно. Как же без этого? О, из, на самом деле, из этих, из шкур муфала мы можем сделать кресло. Кресло хорошее можем сделать. Так, мебель, кресло, шкура муфала. Сколько надо? 100. Соточка, да? Так, давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично, кресло. Только пока их не трогаем. Пока их не трогаем, этим будет заниматься сугубо, сугубо, сугубо Лин. Потому что Лин как бы, ну, строитель 15, если что, вдруг, да? Лин, ест вкусное блюдо. Давай, поешь и займись, будь любезна. Будь любезна, займись, пожалуйста. Поела, стоп. Давай, по одному потихонечку. Давай, занимайся. Работать над креслом, давай. Чпоньк. Набрала, делаешь сразу. Я надеюсь, ты хорошее сделаешь, пожалуйста. Очень хочу, делай хорошее кресло. Нормальное. Ну, нормальное уже неплохо. Эффективность. Так, воспламеняемость, комфорт 0,8. Привлекательность 3. Ну, нормально, это хорошо. Нормально, это хорошо. Так, ты что делаешь дальше? А, ты же у нас этот фермер. Фермер. Так, куда хмель пока перенести? А, ну хмель пока тоже, собственно, в холодильник идет тогда. Хмель пока тоже, собственно, идет в холодильник. Так, материалы, растительное сырье, хмель. Давайте сюда пока переносим его. Пока переносим его сюда. Давайте, все в холодильник. Все в холодильник, господа. Все, что есть, все в холодильник. Потом для пива пригодится. Для пива пригодится. Так, наверное, то есть блоки из мрамора. Но это понятное дело. Это все понятное дело. Так, потихонечку строить, да? Ну, отлично, давайте застраивайте. Быренько-быренько полы делаем. Полы делаем, и все окей у нас будет. Так, и кондей здесь тоже надо где-то будет пустить вам, да? Ну, я думаю, сюда пущу. Отсюда тоже вот так вот сюда. Тык-тык-тык вот в сторону, да, в принципе. В принципе, ты чё? В принципе, это как-то так. Так, область, области с крышей. Ну да, все верно. Все, в принципе, верно. Так, не удалось, не удалось. Я понял вас. Я вас, ребята, понял. Строители, конечно, такие себе. Так, блоки известняка, да? Хотя, с другой стороны, что там? Мрамор, так мрамор. Давайте. Из стали дверь, серьезно? Уфу. Так, мрамор, мрамор, мрамор. Давайте, заделываем. Заделываем, пожалуйста, все полностью и целиком. Полностью и целиком. Бзыть. В смысле бзыть? Какой еще бзыть? Не надо нам бзытий. Быстро бегом все бросили и тушить пожары. Тушить пожары. Хоть не, конечно, не сильный, но тем не менее. Так, энергия, энергия. Тут немножко это самое, починить. Немножко починить. Чтобы электричество здесь везде было. О, другой разговор. Так, компоненты хера не переносите. Я так понял, да? Лин, что делаешь? Сажает рис. Принеси компоненты, пожалуйста, сюда, чтобы я был спокойнее. Серебро-то ладно, серебро хоть не испортится. А вот компонентики потихонечку портятся. Так, все, здесь упало, в принципе, нормально. Все нормально. Внутри 11 градусов, серьезно, жесть. Жесть, что так, блин, жарко. Может, тебе это самое?
Не знаю, на обогрев что ли включить? Типа плюс... Плюс 25. Попробуем, не знаю. Ну, что-то реально холодновато как-то. Счет как-то холодновато. Господа, не находите? Так, включил... сердечный приступ? Серьезно? Какие еще нахер сердечные приступы? Вы чё? Казука. Так. Захватить бегом. Бегом, бегом, бегом. Стоп. Оказать помощь. Оказать помощь. Сердечный приступ, ёлки-палки. Вот это жесть. Ослабляющий. Больше 10%, сознание максимально 10. Жесть. Без руки еще, да? Ну, давай, оказывай. Казука, ты где? С травами бежишь? Давай. Стоп. Не вылечен. 31. 16. 16. 16. Давай, спасай. Спасай. Так, 39 лет, бежит, просит о помощи аборигены Браскрайн. Посмотрим, давайте. Оп. Кто тут? Геродот, серьезно. Персона. Ленность, гиперчувствительность... Психовать будет. Только так, да? Только в лёд, что называется. Ладно, общение потихонечку все может делать, зато хорошо. Беги к нам. Сейчас будем тебя спасать. Так, Казу, как у тебя там дела? Как там у тебя дела? Сердечный приступ, это, конечно, жесть. Снова может ходить, окей. Болезненный. Так, боль 40, сознание 50. Налет. Так, блин. Казука, ну ты, короче говоря, давай продолжай лечить тогда. Налет. Ух ты ж, нихера себе. Ух ты ж, нихера себе. Вот дела. Так, Геродот, ты у нас. Ой, в принципе, можешь пострелять, конечно, из чего-то, да? В принципе, можешь пострелять. Так, нихера не бери щит. Ты у нас берешь тогда... Что, у нас тут УЗИшка есть? Дробаши есть. Огнемет есть. Бери винтовку, что ли. Бери винтовку тогда. Так, берем винтовку. Ограничение во всем области 1. Нихера тут не успели достроить защиту, конечно, но сейчас будет жопа. Сейчас будет жестенько, что называется. Так, все кроме Казука получается, да? Все кроме Казука, бегом сюда. Бегом сюда. Так, Геродот, ты иди экипируй винтовку все равно. Пока что ты как-то... Без нее все равно бесполезно. Бесполезно, так. Янг, становись сюда. Дурин, становись сюда. Вицента, пока сюда. Ты сюда. Сюда. Сюда, Нардо. Так, о, они уже заходят. Они уже заходят. Че, куда побежали? Я же думал, тут кто-то наш опять. Я уже думал, тут кто-то наш. Так, Лин сюда. Да вы ломаете наши стены, серьезно, вот уроды. По-другому, блин, вас не назовешь просто-напросто. Блин, жалко, есть ловушек еще нет, а? Реально, жалко, нет ловушек. Так, а где еще остальные? Казука лечат? Лечат. Что там? Как вообще дела? Болезненный. Сердце 20. Так, приступ. Ладно, давай, спасай, спасай. Спасай. Так. Лин, давай, становись сюда. Потихонечку всех начинаем форсить. В смысле, вы поняли. Фокусить. Так, один готов. Давай теперь по этому. Так, ближний бой. Ближний бой. Ближний бой. Ближний бой. Готово. Так. Ближний бой. Готово. Так, отходим обратно сюда. Отходим обратно сюда. Отходи. Иди сюда. Иди сюда. Так. Лук. Я понял. Так, давай ближний бой с этим товарищем, пока он не стал стрелять. Пока он не стал стрелять. Так, отходи сюда. Так, 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 Нардочка, тоже выходи куда-нибудь сюда. Выходи куда-нибудь сюда. Так, Игл, ближний бой. Нард, давай ближний бой с лучником. Ты давай ближний бой с этим товарищем. Так, ближний бой, помогай. Помогай своим товарищам. Так, стопы, ближний бой. Все, уходит, отлично. Вывезли, что называется, да? Все, вы отходите.
Вы отходите. Вы молодцы все, вы все молодцы, в принципе. Так, Вицент, ты только синички, да? А, нет, колотый ран есть небольшая. Ну ладно. Это такое. Отлично, справились. Молодцы. Так. Два есть живчика, да, я так понимаю? Два. Или больше. Или два. Ой, сколько у нас там камер-то? У нас камер две, в принципе, свободные, да? Ну, то есть, как бы, не больше двух, если что. Ты кто такой у нас? Персона. Невероятная красота, медлительность, зависть. В принципе, все есть. Окей. Так, ближний бой, садовод, протозофоб. Нормально, в принципе, чего бы и нет, да? Хорошо. Так, Янг, давай. Захватывай. Лин. Захватывай. Все так. Да ёшки-кошки. Выделил тоже мне. Захватывай. Не-не, захвати, захвати, давай захватывай. Так. Лин, захватывай. А, о, еще один, ёпарасоте. Так, персона, кайн, психопат. Ладно, психопат пока не надо. Захватывай вот этого товарища. Захватывай. Все, давай, вперед. Свободны, свободны, свободны. В принципе, как-то так. Как-то так. Не, нормально, справились, справились, молодцы, чё. Чё ж тут скажешь, да? Молодцы, в принципе. Так, окей, все потом херню забирайте к нам на склад тоже. Луки, пилумы, эти штуки, луки, говорю, забирайте все. Так, ну и все, в принципе. Все, это потом тоже перенесете, этого человечка. А, стоп, опять же, не посмотрел независимости их, ничего не посмотрел, да? Ну ладно. О, все, выздоровело, что ли? Отлично, справилась. Справилась, Казука, умничка. Вывезла, что называется. Так, стресс, нужды. Блин, где ты в баню с своими нуждами? Мы тебя только что спасли от нервного срыва, а ты так. Так, ну что ж, у нас опять битком наши камеры забиты, собственно. Собственно, наши камеры битком забиты. Надеемся, кого-то приручим. Приручим к себе. Так, еды опять куча, переносите, главное, все это дело. Да, и все будет хорошо. Ну что ж, друзья, на этом серию будем завершать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И до следующего раза. Всем пока-пока.